Вы вызовите полицию. Единственное правомерное действие, которое вы можете сделать. Толкать не надо, руки распускать тоже. Я согласен. Без вопросов. Я бы не подошел. Ответ вам показать официально, что есть тротуар. Могу ответ показать. Пожалуйста, не хотите смотреть ответ, как хотите. Вот так вот по-хамски себя ведут водители в Воронеже, к сожалению. Некоторые, не все, но некоторые. Не было. Были. Приехали, двоих оштрафовали, уехали. Все, на ДТП. Сейчас вызываю, не еду. Не знаю. Вот там парень тоже звонил. Что тут? Что тут? Вопросы есть какие-то? А ты что, следователь? Не работает. Нет, просто есть вопросы. Зачем? Не занимайся своим делом. Да я сам решу, чем мне заниматься. Я же в общественном месте. И вы в общественном месте. Стойте. Я же не против. Не нервничайте. Я же не против, что вы стоите. Вы просто на затонированной машине заехали зачем на тротуар и мне немножко хамили. Захотелось. Надо извиниться за хамство. Мне? Ну да, передо мной. Не будете? Нет. Плохо. Да хуя таких было. Не мыть матом, не ругайте ППС, уедете на сутки. Хорошо. Первое замечание вам сделал. Пожалуйста, не ругайтесь в общественном месте. Вы не царь, понимаете, не пуп земли, чтобы себя так вести. Некрасиво. Мой номер. А здесь тротуар, можете понять, ответ есть. Чего вы звоните кого-то? Зачем вы это делаете? Тебе ДПС приехал. Двоих привлекли они. Они привлекли, не ДПС один приехал, что-то им объяснить пытался, а они... Да вы не видели с самого начала, как было. Вы не видели экипаж, который без эвакуаторов приехал? Почему он не привел вот эту машину? Почему ее не эвакуировали? Иди сюда, снимай. Почему? Сейчас эвакуирую. Сейчас жалоба подана, приедут, разберутся. Почему вот это не... А она позже приехала. А, да? Да. Я их видел. Она только что приехала. Вы сейчас собьете пешехода, ДТП будет. Не усугубляйте свое положение. Просто съедьте и все. Не видишь на правах. У меня регистратор пишет. О. Значит, поясняю, я сдать назад не могу. Да. Почему? А этот молодой человек. А почему не может? Дает мне проехать. Отойди, пожалуйста. А почему? Отойди. Что ты все время толкаешь? Я не отойди, понимаю. Говорю, пожалуйста. Да что ты меня толкаешь все время? Я не понимаю. Отойди, говорю, пожалуйста. Что ты все время меня толкаешь? Ты кто такой? Руки распускает, тут что-то непонятное. Дядя какой, не толкайся. Я не могу, проехать. Проедешь. Назад. Мужчина, съедьте, пожалуйста, с тротуара, мужчина. Назад. Съедьте с тротуара, нельзя здесь заезжать сюда. Там нормально у вас все, там выезд нормально можно сделать, не выдумывайте. Там все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо. Видите, какие вы вообще. Ланы разные. Да ужас просто вообще. На улицах ведут себя вроде нормально, да? Вот. То, что творят чудеса. Наверное, как-то камера влияет на них. О, эти выехал прекрасно. А вы думал, что не могу, не знаю, что делать. И вот вы. Да, стесняюсь. Здравствуйте, назад съезжайте с тротуара. Граждане активисты. О. Сумасшедший. Давайте. И вам того же. И вам желаем всего хорошего. Так, мужчина съезжает, все, адекватный, приятно видеть адекватных людей, которые не ругаются, не хамят. Не все же воронежские хамы, правильно? Вы как бы лучше в свою сторону развернитесь. В нужном направлении, так сказать. Да. Все. И тогда у вас, возможно, все получится. Возможно, будут лады. Более эффективный результат.
лады, более эффективный результат общения с самим собой. Все, понял. Это уже называется из области аутотренинга. Так, съезжает здесь водитель. Ну и что? Здесь никого почему-то нету. Здесь через пешеходник съезжает. Так, вот так бездействие ГАИ вот такие вот приносит нехорошие результаты. Начинают люди кричать, шуметь, непонятно, что требовать. Сегодня, нет? А? Драться будет сегодня? Да кто знает. Я не хочу. Я не поддерживаю противоправные действия. Но если надо, как говорится, то а что делать? Если нападать будет, защищаться будем. Как последний товарищ, допустим, он уже был готов вступить в бой. А, был, да, вообще. Ну, не захотел, что-то передумал. Понял, все, больше не будет. А он не извинился, по-моему. А меня, пожалуйста, не снимай. Да вы-то нормальный человек. Вы это даже сказали, я все в рамках закона делаю всегда. Это приятно видеть. Закона просит. Так, что тут? Здравствуйте! Здравствуйте! Здесь находится тротуар, вам нужно съехать на проезжую часть. То есть назад. Нету, здесь знака П нет. Да, это тротуар. Там пешеходный переход, не рекомендую, там люди постоянно ходят. Вот здесь проще, намного. Там поток людей, там не выйти просто так. Сейчас развернусь. Давайте, разворачивайтесь. Действительно сложное место, согласен, но по нему тоже надо работать. Место сложное. Так, что там? А, появился водитель, да? Уезжает. Ну, понятно, без ГАИ тяжело. Тем более с таким, как в Воронеже. То, что его провоцирует. Зачем его провоцировать? Не снимай, пожалуйста. Пожалуйста. Мы все фиксируем то, что в общественном месте находится. Вот один человек. Я не против. Спокойно. Я же не возражаю, что вы нормально. Я же тоже нормально со всеми разговариваю. Его передавать никто не будет. Ничего. Его попросили, он адекватно. Я еще раз тебе. А другой вот. Да, вот ты скажи, не светили. А знак ты видишь здесь? Пешеходный переход. Зона переход. Зона пешеходная. Это не зона пешеходная. Да подожди, подожди. Машины. Вот там люди и проходят. Правильно. А здесь должен стоять знак. А здесь что? Пешеходная Нет. зона. А смотрите, вот тротуар, видите, идет. Что, люди должны доходить и обратно поворачиваться? В смысле? Ну, людям-то место есть. Машины Где? Как бы паркуют. Так не должны люди с машинами смешиваться никогда. Пешеходный. Да не снимай меня, что ты меня снимаешь. Ну вы же интересные мысли уже Я говорите. Я тебе знака нету, пешеходной зоны. Это не пешеходная зона, это тротуар. Они разные. Ты странный, ты вот вещи такие разные. Вещи разные. Внимательно читай. Правильно. Вот давайте почитаем. Огнати поступив. Какое право ты имеешь снимать нас вообще? Какое право? Общественное место. А ты снимай, пацаны. Общественное место. Общественное место. Пункт 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации. В общественном месте могу все снимать. Все вообще. Тем более вы в маске. Все вообще, все. Все. И камер посмотрите, сколько много везде. В магазинах вы заходите. А вот это смысленно заниматься. А вот это уже его дело. Людям правда. В общественном месте, да. Хобби у человека такое. Кто-то самолетики собирает. Ну да. Кто-то машины. Правильно. Кто-то там что-то там лехает. Вы правильно говорите. А у человека что-то снимает. Я не знаю таких. У меня работа. Она фотограф. Вот у него работа. Я не знаю таких. Кто это такой-то? Тарваковский вообще. Я не знаю. Понял. Спасибо за ваше мнение. Вон, а что вы это самое? Не снимаете? Вот, ну, а что там происходит? Стоят тут много. Что там? Скажите, вырасти мысль. Нормально, что-то не пойму. Я не хочу ничего говорить никого. Ничего не понимаю, что вы говорите. Вы снимаете не то, что нужно. Вы идите вон в город, снимаете, где центр, где полицейский. Можно завтра пойдем? Сегодня здесь, а завтра туда. Хорошо? Вы ебланы просто. Все, матом не ругайтесь, уедете на сутки. Вам первое замечание за мат. Не надо материться в общественном месте. Нехорошо. Специально ее протер, блядь. Он типа правильно ездит. Помнишь? Это мстители. На парковке арены. Что там было-то? Прикол. Ну-ка. Что там было? Расскажите просто. Ну, когда выезжал с парковочного места, бля, не стени в лицо этой хуйни.
Так, ну вы же ко мне обратитесь хотите? Да. Да, что там? Я к тебе обратиться не хочу, я тебе разговариваю. А, ваша мать там виновная была или кто? Нет, там моей матери не было. А, ну женщина виновна. Ну да, я понял. Был виновный. Да, который задним ходом сдавала и въехала в меня. Нет, это ты в нее въехал. А, но ее признали виновной. Нет, просто мы, чтобы с тобой не собачиться. А, решили признать вину на себя взять. Блин, молодцы вообще, все б так. Представляли, по встречке гонишь, попал в ДТП. Попал в аварию, и, значит, выходит водитель, который не нарушал правила. Я себе признаю, говорит, виновным. И уехал. Так, красавчик, да? Вообще, так бы все делали. Там в том, что ты мог остановиться, а ты поехал просто. Ну, я же имел на это право. Я не говорю, что ты вообще виноват в этом ДТП. То есть я не виноват? Нет. Во, все-таки выяснили, наконец-то. Нет, вот чуть-чуть. А я что, тебе изначально сказал, что виноват был? Ну, вроде сказали. А ты видел так, и да, поехал в администрацию? Да? Написали бы. Я не видел, она резко сдала задним ходом. Написал. Отделят здесь до ноября. Вот как отделят, тогда приходи. А зачем приходить, когда отделят уже все? Нарушений не будет. Это же не водитель виноват. А кто? Ну, знака нету пешеходной зоны. Да не знает это водители правила дорожного движения. Не я-то. Так, ты мне скажи, я не знаю как. Покажи мне пешеходная зона. Я сюда не буду заезжать. Как проскочил. Он вот заехал, понимаешь? А вот он ЗАГС. А сейчас сделаем ему замечание. Пойдемте вместе со мной. Кто пойдет? Здравствуйте! На тротуар попали вы. Здесь пешеходы ходят. Люди, видите, сколько людей? Вам нельзя здесь на машине находиться. Вы съедьте, пожалуйста, на проезжую часть, где машина ездит. Я здесь живу. Ну, во двор тогда зайдите. Вы же не здесь прям живете, вы же во дворе живете где-то, в доме. Там есть двор. Вам туда. Все. Спасибо. За понимание. Как говорят известные общественные деятели из более крупной организации. Московский. А, видите, как хорошо. Даже без ГАИ можем, да, делать замечание, оказывается, на таком сложном участке. Блин, эти да, они под ветками стоят. К сожалению. Ну что, у нас народу много, да. Мы можем подъехать. Да сейчас подвинем. Сейчас. Вон, там людей пригласим. Что там начинается? Драка, что ли, какая? Гляньте, уже весело, уже хорошо, все повеселели, настроение у всех хорошее. Да, что еще делать, конечно, по вечерам. Только и ходить с камеры осталось. Других. Зачем дальше проводить? А он, подождите, мы вот к водителю, вы слышали? Он пытается уехать, вы слышали с самого начала диалог? Ну я же участвовал. Ты не слышал. Я подошел к водителю. К водителю подошел. Ты не слышал. Подожди, я объясняю. Ты не слышал. Я здесь стоял, я все видел, ты сейчас мне что-то объяснять будешь. А, вы стояли, видели? Да, я все видел. Все. Тогда вы все знаете. Не захотел, а ты позвал своего друга. Друг специально встал за... Не, сначала предупредил его, что если вы не отъедете, мы вынуждены будем встать сзади и ждать, вам придется ГИБДД. Он сказал, хорошо, без вопросов. Ну, он же сам согласился. Да, его... не кидайся с ребенком под машину. Мы же его не уговаривали, не тянули за руку. Он сам говорит, да без вопросов буду ждать ГИБДД. И все, и ждет. Все нормально, все логично. Что, сам человек выбрал. Мы же его, правильно же, мы же ничего. Там еще лишение свети, да? Кому вам? Да. За стробоскопы, да, там вообще серьезно вас. Да? Да. Пиздец. Доехали. Матом не ругайтесь, я же просил. А я вообще не к вам. Пожалуйста, ну просто вообще с места не ругайтесь. Не надо меня ни о чем просить. Как я же с вами не разговариваю. Ну как не надо? Вы ругайтесь в общественном матом, в общественном месте матом. Мне это не нравится. Я вам делал замечание. Кстати, уже второе. Вот, я, и прошу вас не ругаться. Я знаю. Что тут? Смотри, все просто. Я сам по национальности не русский. Но у меня образование. Это не важно. Образование русское, советское. Так. Русское образование. Я заканчивал русскую школу. Я знаю несколько словарей. Толковый словарь. Ожегова. Советская большая энциклопедия. Дальше. Есть матерный словарь? Нету. Есть где-нибудь зафиксировано, что слово пиздец относится к мату? А, есть, матом не ругайтесь, есть. Нет, где оно? Нецензурная лексика есть. А есть словарь нецензурной лексики? Есть общепринятые, значит, на общепринятые слова, да? на законном основании, да, ага. Которые
подлежит употреблению в общественном месте. Можно уточнить, где им вот эти слова мне изучить? Ну, вы должны знать, вы же русский человек, вас в школе учили. Вы там, вы маме своим матом говорите при маме. Если я буду говорить, вы маме говорите своей маме, это будет твоя мама. Вот, видите? Не, видишь, ты вы моей маме никак не скажете, потому что вы не увидите ее. Вы своей можете сказать, моей не надо ничего говорить. Что сейчас? Слушай, я сейчас отправлю тебя. Отправьте. Где куда? Твоя мама, чтобы я ее не видел, и тебя правильно тоже. Итак, где она? Вот видишь, что ты провоцируешь. Вы сами первую что маму ты... употребили. Вы употребили я? Маму, да, или я? Я и употребил. А кто я? Вы сказали. Что я сказал? Ну, повторите, что вы сказали. Повторяю. Я слышал, у меня записано. Включи запись. Твой друг включит, и ты включишь. Все, ясно. Господа, почему вы не соблюдаете подожди, социальную подожди, дистанцию? Подожди. Где ваша маска? Куда ты пошел? Маску толкай, что-то толкай. Черт ебаный. Сейчас полиция приедет. Да мы не матерись, слышишь? Ты не оскорбляй, слышишь? Ты не оскорбляй. Кого? Меня. А я тебя не оскорблял. Вот не оскорбляй, все. Веди себя нормально. Запись есть нашему разговору? Есть, конечно. Куда ты уходишь? Да я вон сделал замечание, иду. А руки уберите. Я тебе делаю замечание. Руки уберите. Здравствуйте. А, это тот же самый наглец, да? Все-таки нашли способ, как припарковаться. Ну ладно. Еще. Только свое хамство, наверное, показали этим. Ну так вот, видите, вот этот мужчина, который пытался что там сообщить, заехал. Ну ладно, стойте пока. Ничего страшного. Все равно когда-нибудь будете эвакуированы и привлечены к ответственности. Где полиция-то приедет, нет? Что-то непонятно, почему не едет. А, ну я понял. Вот сейчас вызвать ППС на него, но он сбежит 100%. А что ты материшься-то вообще с месяц? Меня вызовешь, ППС? А что ты всех оскорбляешь? Ты кто такой? Что ты маску тут натянул? Что ты маску натянул всех оскорблять? Иди по своим делам. Иди гуляй. Что ты здесь стоишь? Слышь, ты что материшься тут, а? Что ты материшься? Давай иди по своим делам. Отойди, социальная дистанция 1.5 метра. Отойди от меня. Ты что толкаешь меня? А подержи камеру. Ты что толкаешь, слышь? Ты его не провоцируй, ты сам кидаешь. Что, оборзел, что ты не толкаешь, да? Ты не кидайся. Ничего, ты пойдешь и будешь гулять. Подскажи мне. Пойдешь. Коронавирус. А руки берите, никто не оскорбляет. Я не оскорбляю никого, понял? Я тебе делаю замечание. Где ваша маска? Я тебя не оскорблял. Где ваша маска? Вы ко мне не подходите ко мне. Маска только 1.5 метра. Социально. Ни хрена ты ко мне вот так вот подошел и мне в лицо плюешь. Сейчас сами подошли. Дебил, бля. Давай не оскорблять. А если ты ко мне подходишь, у тебя есть мозги? Вы на каком основании? Отойди от меня! Я тебя не трогаю! Руки бери! Ты не трогай тебя руками! Сомневаемся в твоей здравости! Отойди! Бутылку бери от меня! 1.5 метра! Кучерявый, бутылку бери! Иди отсюда, давай, по твоим делам! Я откуда выходил? Пола! Я проверял, смотрю! А? Идеал! А это не мог по-моему? Масло подсол! Ты просто дешевле, чем Центертон! Я сходил, а Центертон! Отлично! Я ты вот так вот подходишь ко мне. Я тебя не а как она называется? В лицо мне вот так. Понимаешь, я защищаю. Чей? Наш надзор. Наш надзор. Когда ты находишься вот так с людьми... Извини, слушай, за оскорбление. Я тебя не оскорблю. А что ты там выражался? Задний район, что ли? А что ты выражался? Кто выражался? Отойди от меня, пожалуйста. Я тебе могу обосновать, что ты задний. Отойди от меня. Социальная дистанция. Я тебе могу обосновать, что заднюю ты даешь. Я тебе обосную, что заднюю ты даешь. С маслом обольешь, будет хулиганка. Что? Какая хулиганка будет? У тебя будет хулиганка. Я защищался, ебать, тебя. От чего ты защищался? Да я тебя защищался. Иди отсюда. Не борзей давай. Да надо, вызови ППС, пусть едет. Да я вызвал уже, я не знаю, мимо, почему ты мимо шел, он кинулся, у меня заснято. Это неадекват какой-то. На камере все написано, кто кидался. Что ты несешь, а? Вы сами ходите. Ко мне следом подошел. Что-то маслом своим трес. Да, непонятный какой-то элемент. Ну да. А ты да он сейчас сбежит. Кучерявый. Опять.
Он сбежит сейчас. Они все сбегают, когда поедут. Я сейчас уйду домой с маской. Ну, я и говорю, сбежит сразу. Побыстрее бы. Я не сбегу. Чего ты здесь стоишь-то? Иди домой. Я жду ППС. А, ну ждем вместе тогда. Все. А сказал, так домой идешь? Я сейчас вернусь, да. Пойду домой. Да, иди, иди тогда. Когда приедут ППС. А, ну все, имеешь право. Конечно. Только не хами, не оскорбляй, не матерись. Ты не хамил и не оскорблял. Я нет. А ты да. Я нет, а ты да. Мы зафиксировали все на камеру. Стоит человек из-под кишка снимает. Нецензурная брань у тебя есть. Какая? У тебя нет? У меня нет. Ты меня вообще кидался. Ты меня толкал. Свидетели, ты посмотри, сколько. Напиши заявление, девочка. Ну, зачем мне это надо? А, ну тогда иди домой. Вы ходите писать. Тогда иди домой. Где слова, которые относятся к брани? Ладно, все, давайте успокоимся. Не надо, не надо накалять страсти. Давайте. Все, спокойно, все. Чего сказал? Не матерись. Правильно. Где этот словарь, где написаны матерные слова? Мужчины, ну посмотрите сами. Ну зачем я вам должен? Где эти слова? Изучите. Где матерные изучите. Слова написаны? Изучите сами. Я не филолог, понимаете? Я не буду. Всего доброго. Слушайте, вы извиняйтесь, да? Знаешь, все. Извиняюсь, я просто до свидания. Все хорошо. Все, полицейский пришел. Убегайте, все. Где полицейский? Вот стоит. Остановись, где? Не убегай. Вот. А, как быстро, только полиция, все. Я его не видел. Вам о, полиция пришла. Наконец-то. Хоть одного полицейского увидеть в этом месте. Здрасте. Они вот имеют право не соблюдать социальную дистанцию, находиться без маски. Имеют. О, видите как? А, не соблюдая социальную дистанцию. А вот теперь, господин полицейский, а вот данный гражданин имеет право материться и вообще кидаться на людей, просто нет. Так мимо проходящих. Кидаться или кидаться? Без разницы. Ладно, пусть они заявление хоть 3 миллиона пишут, хоть 10 миллионов, соберите всех. А вы с какой деревни? Товарищ полицейский, а можете представиться, пожалуйста? Есть обращение к вам. Мы уже знакомы. А, ну а можете еще разок, а то я просто забыл. Участковый район Ляхова Дмитриевича. Копов? Ляхов. Ляхов? Так, 00-32-32. Товарищ полицейский, можете садись, вызвать ГИБДД? А то двоих привлекли, уехали. Из-за бездействия ГИБДД творится вот такая, видите, неразбериха. Граждане недовольны. Можете, пожалуйста, содействие оказать, позвонить дежурной части. Сейчас я заявление приму. А, все, понял. Приму. Все. И тогда в дальнейшем будет. Все, хорошо, согласен. Так, вот это да, сколько зрителей, ничего себе. Хоть полицейский-то приехал. А то тут это, знаете что, тут и стробоскоп у людей, и все на свете. Тут трэш просто творится. Вот, смотрите, стробоскопы автомобиля я заснял, он фиксирует. Затонированный план. Тут вообще катается затонированный. Тут что творится? Это трэш просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пытаетесь заехать на тротуар. Не заезжайте, пожалуйста. Вот проезжая часть у вас сзади осталась. Вам туда нужно выйти. Не, не надо проезжать через тротуар. Вам просто назад сдать и поедьте как положено. Все, здесь женщина съезжает, все хорошо. А мы все ждем ГАИ, которая продолжает бездействовать. ГАИ города Воронежа. Почему она это делает, непонятно. Пожалуйста, примите свои меры для того, чтобы давайте вот эти граждане выехали сейчас. Это невозможно. Полицейский нам не указ. То, что он скажет, мы не будем слушать. Бесполезно, в данном случае. Вот именно в данном. Дурка плачет. Почему? Потому что мы стоим на тротуаре. А на тротуаре никто не имеет права убрать людей. Кто не нарушает закон. То бишь полицейский вам не указ, нет, да? В данном случае да. А только что товарищ участковый сказал, что он не имеет права выписывать штраф на машину. Имеет право? Не имеет права, как он выпишет? Не имеет права. За стоянку на тротуаре только вы имеете право. А у него тут и стробоскопы, и тонировка, и тут все на свете. А это вам каким образом сейчас? А это мы сейчас разберемся. Когда сотрудники приедут, да, разберемся. Ну вот вызываете. А мы вызвали, с 4 часов вызываем, даже с 3. На него с 4 часов вызвали, да? Вообще в целом. Вообще в целом? То бишь ты на предупреждение работаешь? Нет, когда было больше машин.
Ну вызови особый этот... Наряд. Отряд милиции особого назначения. ОМОН. Да, ОМОН. Сейчас вызови. Не так называется, как по-другому сейчас. Ну не знаю. Переименовали. Вызови. Хорошо. Да, СОБР, вызови. Ну, давай всех их пожалуйста. Не знаю зачем. Может быть через два часа здесь несколько убийств будет. Да нет, тут много машин было. Нет, мы сразу вызовем. Нет, а ты с трех часов вызвал на этого человека. Да не на этого. Да не на этого. Ты не тыкай мне, слышишь? Ты и так набыдлил с три короба. Ты не тыкай, не хами. Че ты тыкаешь-то, продолжаешь? Ты выкать должен. Ну, хочешь не выкать, просто он быдлил до этого. Это все зафиксировано. А почему ты сейчас говоришь, не тыкай мне? Ну, да зачем тыкай? Представься. По-небратски-то. Я в кабинете сижу, ты большой начальник, чтобы я с тобой на вы. Не, просто я с ним не знаком. С тобой тоже я не знаком. Я с вами на вы разговариваю. С тобой. Я с вами на вы. А я не хочу с тобой на вы разговаривать. Плохо, некультурно. Это мое дело. Это очень некультурно. Знаешь, кому некультурно обращаются? Нет. Кто оставил уважение или неуважение? Вот. Ему надо культурно или некультурно. Надо ко всем людям обращаться, на вы. Ко всем культурно. Людям. Да, ко если всем. Я вижу, незнакомым. Если я впереди себя человека вижу. А, понятно. Машина заехала, надо что-то делать срочно. Ну, вы не подначите, мы сами увидим, спасибо. Я... Мы разберем, вы что же. Посмотрите. А, вы просто решили обратить внимание. Помочь. Спасибо, да, да. Все. Здравствуйте, водитель! Здравствуйте, на тротуар пытаетесь заехать. Проезжая часть сзади вас. Вам туда надо, назад. Здесь тротуар, нельзя стоять, мужчина. Ой, спасибо, вот сделал неравнодушный человек замечание. Сами, тогда, когда? Вот вы фамилию свою назовите, пожалуйста. Шамардин, фамилия. И имя-отчество. Алексей Александрович. А теперь еще адрес желаю. О, не, это не смогу. Я приду персонал, к вам домой, да. И да. Буду снимать вас тогда, когда здесь организуют платную стоянку. Благодаря не организуют, вам. Не. Благодаря вам. Да не организуют. Да, организуют. Разделят. Нет. Потому что вам платят они. Думаете, вы что, да за я послушаю. Послушайте, знаете, что на контроле сейчас стоит? Сыр-бор весь этот. Нет, вы ошибаетесь. Абсолютно на контроле стоит. В администрации, это вопрос у Петрина. Значит, разграничена будет пешеходная зона, думаете, отделена. А вы думаете, там во дворах есть место на это? Нет, отделена будет пешеходная может, зона. Может, квартиру вообще машину что-то загонять? Да вы не слушайте меня. Вас как зовут? Меня зовут Александр. Александр, вы не слушаете. На контроле у Петрина находится зам мэра. Я тоже слышу. Будет отделена пешеходная зона здесь, по той улице от парковочной. Ноябрь. Срок стоит. Например, какой ширины чего? Ну вот примерно так вот будет идти. Вот по этому тротуару, вот как он идет. Вот так будет идти тротуар здесь. Так. Там также будет идти тротуар по пешеходному переходу. Здесь будет машина стоять. Машина ноябрь... будет стоять? Я не знаю. А вот здесь вот будет тротуар, а машина здесь, будет, да? Здесь будет вот так, мне скорее всего. А если вряд. Машина заедет и разворачивается, может, уже может. Уже штрафовать, да? Не, может, может. А здесь парковка будет. Вот здесь будет тротуар, здесь парковка, понимаете? Платная. Вот так будет. Да и бесплатно. Почему платно? Нет, бесплатно. Здесь не планируется введение платной парковки. Да нет. Просто... Я чувствую, что все это делается неспроста. Это все выгодно послушайте, капиталу. Послушайте, вот сейчас, послушайте, была комиссия недавно. Я входил в состав этой комиссии. 53 пункта. Из них примерно 30 уже реализовано. Ну, то есть выполнены работы. Вот осталось 23 пункта. В том числе и этот, еще там часть. Вот здесь будет, я вам сообщаю, что сделано. Ноябрь срок. Я даже могу вам показать, да ладно, если интересно. Верю подождите, всем этим поставлениям, верю вашим. Сейчас, Серег, подожди, покажу, сейчас мужчина. Верю, где... Дай покажу, чтобы он убедился, а то неравнодушный да гражданин. Не а вот покажу. А можно я вас сниму, а? Можно я вас сниму? Можете вы меня все? Не спрашивать, снимайте без все, меня. Это официально все. Я в этой части вам верю. А в той части, что это невыгодный капитал, вы это, извините, смотри, не верю. Только здесь за это. Я вам покажу, что здесь. Только может из-за этого. Смотрите, я вам помимо. А вы снимайте. Пускай капитал слышит. Считайте, видите, смотрите, суть вопроса по обращению Шамардина. Информация о ходе, информация о ходе реализации поручений, утвержденных первым заместителем главы администрации по городскому Олег Петрин МСА. Сейчас находим Карпинского 2. Подождите. Это все из-за вас затеяли, да? Конечно. Люди потеряют кучу денег. Не потеряют. Из-за вас потеряют. Наоборот, будет порядок. Ладно, спасибо. Спасибо за внимание. Вот Карпинского 2. Будете читать? Ладно, другим покажу, там заинтересуют. О, Карпинского 2. Все по закону. Да? Да? Шамардин. Шамардин, все по закону делаешь? Ты в курсе, да, что ты меня не можешь выставлять на YouTube без моего согласия? Ноябрь. Вы можете в суд подать. А? Обязательно. А почему тебя сфотографировали? Все ясно. Ну хорошо, имеете право.
по гражданскому кодексу без моего согласия. Ты сейчас меня можешь снимать для личного пользования. Спасибо за разрешение. Потому что мы находимся в общественном месте. Во. В общественном месте. Ты имеешь право вести видео. Спасибо за разрешение. Но не имеешь права выкладывать в любую... Ну, это в суд там можете подать же, правильно? Обязательно. Если я выложу, ну, да? Ну, ты суду не поддетай. Насколько у меня есть информация... Но я ничего не публикую. У меня редакция все публикует. Редакция? Да. А ты не имеешь права передавать редакции? Она сама берет. Что берет? Редакция. Редакция? Почему я не имею права? Видеосъемка не имею права. Ты журналист? Покажи. Ну, сейчас я работаю как среднестатистический российский пешеход. Я вам же не представлялся журналист. Покажи журналистское удостоверение. Так я вам представлялся как журналист. А? Я вам представлялся как журналист. Значит, ты не имеешь права передавать. Мое... Ну, это я сам разберусь. Что сам разберешься? Да, конечно. Хорошо, я себя увижу, я тебя засужу. Понял. Мне. Ну, все, ждем. Ждем. Не боитесь проиграть? А может, поднимите бычок? А может, поднимите бычок? Некрасиво тут бросать. Нет, не, хочу бросать. Да? Ну, сейчас. Тихо. Здравствуйте, вы что делаете? Алексей, вопрос нет. Тротуар здесь, надо назад. Назад съехать вам. Сюда припаркуете, Лёш? Да не, назад, не надо нигде парковаться. Здесь тротуар находится, вот здесь вот. Везде вообще. Стой, вызови полицию, что он тебе портит имущество. Не, я тебе отъезжаю, я стою. Вызови, что он машину ломает твою. Если человека едет. Вопросов нет, у меня нет. Он не едет, он кидается под машину. А? Выключи, но я разговариваю. Но я не слышу. Встаньте здесь, а? Встаньте вот здесь вперед, а, чтобы не поехать. Я назад. Назад. Да. Назад? Да не задает он. Да, назад съедьте. Да вы съедьте вот туда, поставьте, потом будете разговаривать со мной. Хорошо, я задал вопрос. Да, какой? Назад? Да. Все, вопрос нет. Все, спасибо. Вам приятно видеть адекватных людей, видите? Давайте. Повнимательнее. Давай, давайте. Там с бордюр сзади вас. Надо съехать-то. Там бор... А, понял, понял. Хорошо. Угу. Ну, сложно, да. Лучше бы съехал просто и все. Неудобно просто. Не вопрос. Понял, понял. А эти? Твои работы мало. В Воронеже больше все-таки адекватных людей, я уверен, чем наоборот. Алексей, мы вас всех знаем, да, вас не спорят, поэтому что спорим. Да мы не спорим, что, зачем спорить? Ну, как бы нормально поговорим, все. Все. Да. Всего хорошего вам, удачного вечера. Все, видите, съезжает, видите, как прекрасно. Все, хорошо получается. Так, что здесь? Клеветы много написал. А вы предупреждаете по 36-й статье? Конечно. О, а мы проверим, что там. Наклеветал он там, этот человек. Не снимай меня. Вы же не мой начальник. Чего вы мне приказ отдаете, непонятно. Так начальник всем каким-то большим возомнил, тут ходит. Приказ может дать, только кто? Твоя голова пустая. О, правильно. Видите, еще и оскорбляет добавок. Ну, нехорошо. Пусто. Ну, так это, знаете, так, завуалировано оскорбление такое. Конечно. Че? Ты перед своим начальником отчитываться сможешь? Конечно. Сможешь? Да. Дай отчитываюсь. Встретимся. Вернее, мы не встретимся, поверь мне. Да, это хорошо. Потому что тебя черти встречать будут. Да. Я сам такой, я домовой. Ты черт. Нет, домовой. Нет, ты черт. Нет, не черт. Домовой я.